Так, ладно, приветствую всех, друзья. Сейчас давай одну еще пройдем, да, я вот спать попросим. Взял вот с собой эту хрень, купил себе вообще за 40 лямов. Разница там 250 метров в секунду двигаться, но... Экзотик. Первый, который мы проходили, сейчас по второму разу. Вообще, так если прикинуть, у меня рапидные установки Т2 не прокачаны, там поставил на прокачку. Можно попробовать, в принципе. Через пару дней попробую с Т2 рапидками. Я что-то хэвики. Привык уже к этим хэвикам. Йо, упало. А, да, вспомнил, что типа тут у них истребители. Теперь понятно. Это типа авианосцы. Погнали. Ребята, в пас по этим авианосцам. Или кто-то авианосец хочет. И чё бы знать. Да, наверное, эти два самые крепкие это и есть авианосцы. Он бьет, не скажу, что не кисло. Нормально так создает. Что-то, по-моему, это самые приятные. Нет, это не авианос. Так. Это что ли получается авианос? Что-то не совсем понятно мне как-то. Или это тоже все? В общий вход будет идти. Я в принципе, если честно, так уж разбираться, как походу без разницы. Но вероятнее здесь всего один. Надо будет сопротивляться и бороться. Давай-ка этого. Вот. А что это у нас здесь за галочка стоит? Атака одной цели. А нахрена она нужна? Не знаю. Чали разделились. Ну, молодцы, конечно. Давайте этого допинывайте. Делители вы. Черт, я... Зачем это? Вот зачем она нужна? Это я не знаю, как это назвать. Правильно, друзья мои? Так что даже не спрашиваю. Я просто не понимаю. Я не понимаю, я не езжаю. Смотри, ну это вот первый карман мы быстро прошли. Так, меня скрамблером что ли держит? Хрена себе. А если так, типа... Ряжки дать? Капец. Мы здесь получим, давай посмотрим. По щам получим, да? Тоже возможно. Ну, я тебе скажу, не кисло так. Что ж в этом всем разбираться. Так, а до того давай-ка полетели на МВДшечке. Хрена я с собой трактор и убрал. Кто не знает? Вопрос хороший, да? А, он как раз притык. Эти все мы продолжают воевать, смотрю. Это боевые какие. Истребители, походу, какие-то, да? Да, кажется, истребители слишком уж похожи. Лишь бы кого-то попинать, судя по всему.
О, ё-моё. Да, понятно. То есть вкусного в этих контейнерах ничего нет. Я понял. Учтём-с. Погнали. Так, перезаряжено, перезаряжено, все хорошо. Не, валькирии бьют намного лучше. Значит, нужно их эксплозивом долбить. Значит, и ракетами надо бы эксплозивными. Значит, нужно корабль Нигилу. Надо что-нибудь пооригинальнее. А что, пооригинальнее выбрать, да? Вот это вопрос, конечно, еще тот будет. Надо, кстати, подумать. Какой-нибудь другой реально кораблик. Раз такие дела, у них у всех щит самоточность получается, да? В принципе, они все называются разные, но только, судя по всему, бонусами, кстати говоря. То есть у них реально разные бонусы на каждую систему. Так, в принципе, все одинаково. Как ни крути. Еще раз. Пососно здесь я не вижу. Так, значит, надо подумать тогда какой-нибудь другой реально кораблик брать. Они все по сути лазовые. Что-нибудь по уникальнее выбирать. Так, сейчас сразу на перезарядочку. Так, нужно немножечко подумать. Слушай, были бы какие-нибудь миссии, знаешь, стрегла вот такие? Было бы, я думаю, неплохо. Так, но тут, как правило, только в первом контейнере что-то-то валяется, и все. Очень много вот этой хрени. Даже, блин, не знаю. Она нужна хоть для чего-то, кто-нибудь в курсе? Не, друзья мои, все равно долго он маршрует сюда. Ну ладно, давай понадеемся, что что-то нам выпадет. Так, сейчас придумаю что-нибудь, типа... О, всемогущая CCP, притащите мне лута побольше, воистину. Ну, как-то так. И ни хрена, да? А, хотя, погоди, стоп, он сюда должен был упасть. Ну, такое себе. Честно, если... Ладно, сейчас он тот притянет. Все-таки интерес-то есть большой. Она постоянно пикает, да? Еще времени, блин, целая гора. Что-то чувствую, не имеет смысла вот эти вот собирать дальние, но... А вдруг? Да, выпадет чертеж Титана, хотя...
чертеж титана выпадет, мне придется его строить. Я так просто от него не отстану. А, это муторно при нынешней-то бляха-муха копке. Ну, что у нас тут будет? Такое себе, слушай, знаешь... Такое абсолютно ненужное. Я думал, немножко будет полезнее. Как они все близко. Так, Ориджин. Этим провиденсом я больше, блин, нахрен не пойду. Ни за что. Так, чё, кто-нибудь капу сейчас отсасывать? А кто просто? Никто? Ну ладно. Смотри, даже капу не хотят отсасывать. Вообще страх потеряли. Совесть. Все потеряли. Так. Вообще-то мне надо как бы тут долбануть немного скорости. Раза так два не помешало бы. Я сейчас дрон разгрызу. Нехило. Эй, гады. Накопитель полностью разряжен. Еще и капу сосущих. Ой. Как я давно не видел капосущих. Капу, блин, срущих. Так, эксплозив. Вперед. Так, этот первый у нас будет на прицеле. Убить. Быстро убить, а то сейчас нас по частям расчленят. И вот этого сразу. Ну, почти ребят угадали. Только совсем не туда, ну ладно. Добивайте того, что ж с вами делать. О, еще мелкий, смотри-ка, посрущий. Исчерпаны заряды модуля. Серьезно? Круто. Хорошо, хоть не повторяет. Не хватает капы. Не хватает накопителя. Да, можно не щелкая мышкой. Друзья мои, сразу говорю, если слышите щелчки мышкой, вот такие вот. Ну, извините, у меня игровая мышь. Здесь другой просто неудобно. Ой, как я обожаю своих дронов. Разделились по парам. Молодцы. Хвалю. О, блин. Заняться нечем. Но, смотри, капа он насосался, так что больше не может. И да ладно. Так, вот теперь будет основная проблема. Номер один и номер два. Но это я собью и так. Вот это вот придется отправить дроном. Но этого можно так сбить. Но вот самый ближайший-то он сейчас подъедет. Далековато улетел, никому не кажется. Не, ну время есть. Блин, с одной стороны, мне хочется все собрать. С другой стороны, я понимаю, что это вообще полностью неэффективно. Ненужная бесполезная хреновина. Красиво-то как выглядит, да?
Забавно. Ладно. Что он там еще сейчас притягает? Давай посмотрим. Не знаю, конечно, можно долететь. Вот так в лом. Он тот сейчас пусть притянет. А насчет дальнего, кстати говоря, что-то давай попробуем. Что от этого потеряют? Ничего. То есть какого расстояния я могу вообще его... Да. Дроны полетели. Прекрасно. Они вернутся. Далеко он находится, эта хренотень. Все, они уже к нему подлетают. Так, ну порядок. У нас есть еще один пустой контейнер. Не, не пустой. Так, вам вообще в док. Можно, конечно, попробовать вот эту вот хрень сбить. Больно прочные. Ладно, содержимое покажи. Такое себе. Не, я не знаю, сколько ее долбить надо и чем. Да ну лесом. Я псих, но не до такой степени. Ну как сказать, полсыта я драйв в одиночку. Но это хуже босса. Давай, давай. Что-нибудь вкусное, пожалуйста. Не зря я тут торчу, как дурак. Хотя... Дурак же ведь, да? Почему-то я думал так, что нифига толком не будет. Ладненько, друзья, как вы могли убедиться? Ну, нормально, в принципе, но мне не нравится то, что в дальних контейнерах толком нет никакого лута. Это не прикольно. Погоди, фенс, гамма... Кто? Да что, с одной аномальки надыбал столько третьих? Да вы что, глючите, что ли? Да писец. Да уж. Ну, что я могу сказать? Полетел я пока на станку. Посижу. Что, мы, получается, слили гилу. Ну, в принципе, мы ее не окупили. Тут даже спорить пока об этом не имеет смысла. Сколько здесь? 25. Ну, не знаю, для новичков, друзья мои, да, подойдет. Считай, в любом раскладе, как вот ни крути, 100 лямов в час получается. Неплохо, по-моему. Так, посмотрите, друзья, я вот еще немного их пофармлю, но тут получается реально 100 лямов в час. Лопаты получается 5-7 лямов в час. На почти фейерфектных скиллах, но правда без бонусов. С бонусами я не очень-то понимаю, как это сейчас работать. Четверки может попробовать. Четыре кармана, я думаю, вряд ли на гиле сильно. Надо мне сейчас подумаю немного. В джиту слетаю. Пробую подзафитить кораблики. Игл может поиспользовать. Ну какие у нас есть тут крузаки-то интересные?
Ну вот, крейсеры. Ну, ЦРБ можно попробовать. На Деймосе. Так, стоп, это у нас... Так, крейсер у нас где вообще? Так, пиратские. Кстати, Астерка вроде же пиратская. Да? Ну-ка. А, Стратиус. О! Он же тоже дроновый, кстати говоря. Ну, на 10% дронов. А, броня. Он же, зараза, армованный. Фантазм не подойдет. Виджилайн тоже. Но активного ценобала я в жизни не использовал. Антимелочь неплохая. В принципе. На фальконе можно полетать, во сколько он меня качает. А, просто в единичку. И фалкон тоже вряд ли подойдет, это рэп-корабль. Вот и сиди, думая, что с крейсеров подойдет. Ладно, друзья, не буду вас сейчас докучать, я еще попробую всю голову поломать, да и спать пойду. Может, что-нибудь придумаю. Может, какую-нибудь вагу взять. Но вагабон тоже. Ну, можно, в принципе, вага скоростью танкует. Блин, вот вся проблема в том, что вот я только для крафта использовал реально гилу, это раттл. Тяжело как-то определиться, как покрабить кораблем, которым, на котором ты летал только в ПВП. Это, блин, проблема. Как и Штара в ПВЕ зафитить, у меня вообще мозг сломается, я чувствую. Это точно.